белорус Александр Григорьевич Лукашенко. Церемонія ўручэння давершых лістоў прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Давершыя лісты прэзідэнту Рэспублікі Беларусь ўручаюць надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Гана ў Рэспубліцы Беларусь, яе эксцэленцыя Ахінеба Лэслі Акя Апоку Варэ. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Ісламскай Рэспублікі Іран ў Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Алірыза Саніі. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Карэя ў Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Пак Дусон. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Ісламскай Рэспублікі Маўрытанія ў Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Мухамед Махмуд Дахі. Надзвычайны і паўнамоцны пасол мексіканскіх злучаных штатаў у Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Эдуарда Вільегас Мехіяс. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Панама ў Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Раланда Энрике Баро Наат. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Таджыкістан ў Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Сафарзада Бахтавар Аміралі. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Каралеўства Тайланд ў Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Сасіват Вангсін Сават. Надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Эквадор ў Рэспубліцы Беларусь, яго эксцэленцыя Хуан Фернанда Альгін Флорес. Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на белорусской земле. Вы, вероятно, заочно уже познакомились с нашей страной. Может, кто-то и не заочно. Теперь у вас есть возможность воочию увидеть, как и чем живут белорусы. Наша сегодняшняя встреча проходит накануне двух значимых для Беларуси дат – 22 июня и 3 июля. Первая из них – трагическая, день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который связан с началом гитлеровской агрессии против Советского Союза. Беларусь была в его составе и поэтому оказалась первой на пути захватчиков, приняв на себя самый тяжелый удар. Много пришлось пережить старшему поколению. Думаю, вы слышали о героизме защитников Брестской крепости, трагедии Хатыни и Тресцинца. Теперь вы можете посетить эти священные для нас места народной памяти и скорби, которые никого не оставляют равнодушным. Думаю, так будет и с вами. Вторая дата – 3 июля. Радостный день освобождения нашей столицы Минска, который мы теперь празднуем как День независимости. Сейчас трудно себе даже представить, что Минск был практически полностью разрушен. Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушить систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов. А на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО. Мы с таким раскладом категорически не согласны. И где все эти международные организации, которые это все видят? ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями. Одновременно в Украине интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей.
На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси. Беларусь, как самостоятельный ответственный участник международного сообщества, вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности. Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства. Но точно так, как и вы. Подчеркиваю, на основе равноправия и взаимной выгоды. Беларусь всегда открыта и радушна с теми, кто открыт и искренен с нами. Именно на этих принципах мы традиционно развивали и развиваем контакты со всеми партнерами. Уважаемые друзья, по традиции хотел бы кратко остановиться на сотрудничестве с каждой из стран, которые вы представляете. Беларусь имеет давние дружественные взаимоотношения с государствами Азии. Я хочу приветствовать посла братского Таджикистана. С этой страной у нас прочные связи еще со времен Советского Союза. И хотя сменились уже не одно поколение белорусов и таджиков, узы дружбы и братства никогда не прерывались. Этому также способствуют наши давние дружеские отношения с вашим президентом Эмом Али Шариповичем Рахмоном, который очень много сделал для укрепления белорусско-таджикского партнерства. Желаю вам успешной каденции и плодотворной работы на благо вашей страны. Особые отношения у нас складываются с Исламской Республикой Иран. Минск и Тегеран всегда глубоко понимали друг друга, находясь под гнетом несправедливых противозаконных санкций. Рассматриваем ваше государство как важного международного игрока с огромнейшим экономическим потенциалом. Сегодня наше сотрудничество выходит на новый этап. Мы всегда рассматривали Королевство Таиланд в качестве одного из перспективных партнеров в Юго-Восточной Азии. И хорошо понимаем, что нынешний уровень торговли не соответствует имеющемуся потенциалу. Видим значительные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в промышленности, в сельском хозяйстве, фармацевтики, чему могли бы способствовать активизация белорусско-таиландских контактов, обмен визитами на различных уровнях. С Сеулом у нас немало примеров успешного взаимодействия по самым различным направлениям – торговле, инвестициях, науке, технологиях, культуре, спорте. Сегодня мы имеем ряд проектов, по которым ведется работа, но этого мало. Ситуация в мире сейчас непростая, и необходимо приложить максимум усилий, чтобы стать ближе. Сегодня мы по-новому открываем для себя Африку. Без Африки нет развития в мире вообще. Будущее за Африкой. Заинтересованы в расширении партнерства со всеми государствами континента и готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Убеждены в наличии существенного потенциала взаимодействия Беларуси и Ганы, как по линии политического диалога, так и торгово-экономического сотрудничества. Белорусская сторона готова участвовать не только в сельскохозяйственных, но и в инфраструктурных, энергетических, образовательных проектах, реализуемых в вашей стране. Убежден, что пришло время для более активных контактов с Мавританией. У нас есть компетенции и технологии, чтобы помочь вашей стране нарастить промышленный потенциал, обеспечить продовольственную безопасность, модернизировать транспортную инфраструктуру, повысить квалификацию кадров. Беларусь поддерживает традиционно дружественные отношения со многими государствами Латинской Америки. Сегодня мы с большим интересом наблюдаем за ростом влияния Мексики в регионе. Наши государства обладают производственным потенциалом, развитыми промышленностью, сельским хозяйством, возможности которых должны быть максимально использованы для увеличения торговли, несмотря на то, что у вас очень большой и развитый северный сосед. При взаимном интересе мы готовы к проработке с Республикой Панама проектов сотрудничества в таких сферах, как машиностроение,
перерабатывающая промышленность, химия, нефтехимия, транспорт, логистика, альтернативная энергетика. Минск заинтересован в более активных отношениях с КИТО. Предлагаем эквадорской стороне свои услуги в механизации сельского хозяйства, развитии инфраструктуры, реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых и производстве оборудования. Об этом уже было сказано несколько лет тому назад, когда я посещал эту прекрасную страну. Дорогие друзья, Беларусь уже долгие годы остается своего рода заповедным краем спокойствия и стабильности. В этом вы совсем скоро убедитесь. В таких условиях, думаю, комфортно жить и работать народу. Вы всегда можете рассчитывать на мою личную поддержку и помощь правительства. Мы пойдем навстречу всем вашим конструктивным идеям, проектам и предложениям. Сердечно поздравляю вас с началом ответственной миссии в Беларуси и желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо наших стран. Благодарю вас за внимание. Уважаемые друзья, вы, конечно же, много слышали о Беларуси. Я отдаю себе отчет, что слышали больше негативного, чем позитивного. Поэтому очень важно, что вы приехали в Беларусь, что вы будете здесь работать, может, кто-то не на постоянной основе, но точно будете бывать здесь очень часто. И мой самый главный большой интерес, чтобы вы ближе познакомились с нашей страной, чтобы вы воочию увидели, чем мы живем. И я уверен, что, увидев все это, вы удивитесь той разнице, которая есть в действительности, и то, как это преподносят порой, прежде всего, на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Ваше здоровье, успехов вам. И самое главное, чтобы этот этап вашей жизни, а он временный, я знаю, ограничен временем, был один из этапов вашей жизни. И основательный этап, чтобы у вас карьера развивалась только по нарастающей. И если нужно вам что-то, обращайтесь. Через администрацию президента, через министра я отреагирую, обещаю вам.